Эй, друзья, всем привет, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию Power Thunder. Ну что, друзья, сегодня я попробую в очередной раз устроить эпичные гонки в War Thunder. И погоняем снова на британской тачке, но в следующий раз, друзья, я думаю, что всех вас и меня тоже ждет сюрприз. И мы уже возьмем что-то новенькое из каких-нибудь опять быстрой техники. Сегодня я хочу в очередной раз попробовать нормально погонять вот на этой британской малышке, а также на этих двух танках. Не знаю, что из этого получится, надеюсь, что все будет круто. В принципе, так, стоп, куда я? Я не то выбрал. Все, начинаем, идем в бой сразу, я думаю, да, без лишних слов. Собственно, в начале ролика также хочу сказать, друзья, что если вы хотите начать играть, регистрируйтесь по ссылочке в описании, и вы получите бонусы, которые помогут вам нехиленько так при начале игры. Ну, а собственно так, у меня снова провайдер шалит, так что сейчас мы в бой приконнектимся и продолжим, друзья. Итак, друзья, превосходство Восточной Европы — это первое, что нас сегодня ждет, и я думаю, что, блин, на самом деле... Нет, карта хорошая, все-таки вот Пепельная река, это самая такая, знаете, самая довольно-таки... Ну, как по мне, по крайней мере, с моими тактиками, не очень такая, да, лучшая карта, а вот это вполне себе то, что нужно. Итак, друзья, выезжаем на Т-17Е2. Ох, я надеюсь, что сейчас мы как-нибудь... Не, вот на самом деле как раз городишко, когда городишко какой-нибудь, это прям вот самое-самое-самое нужное, что нам нужно, самое лучшее. Так, я тут один на машинке, поэтому мне норм. Я сразу еду, друзья, практически в атаку, но окольными путями мы поедем, специально, чтобы как-нибудь попробовать... Спасибо. Благодарствую, Т-34. За такую подставу. Ну, ничего страшного, нормально, бывает. Так, кто-то у нас уже пуляет тут, смотрите. Давайте, можно попробовать точки еще позахватывать. Вот, например, точка А, вот там вот, смотрите. Ближе всего к нам. Пока же никого тут у нас нет еще из врагов. Поэтому мы захватим... Что это за хрень? Меня свой стрельнул. Мы прям на точку А сразу двигаем, чтобы было и есть чем гордиться. Было чем гордиться, вот. Было есть чем гордиться. Так, отлично, сейчас сразу очко одно, опа, блять, а там уже нас просматривают, надо за домишко спрятать. Подождите, ребят, меня же могут сейчас это, все, слышите, что за коробочка-то, а? Меня сейчас ебанут, Шварценеггер или Шмуц, так, все, а теперь, друзья, смотрите, что мы делаем, мы, оп, прыгаем и херачим прямо туда к врагам, потому что наша задача все-таки как-то их... Попробовать вынести. И желательно поймать какого-нибудь одного чувака, которого можно было просто впритык буквально подъехать и расколотить, как это было позапрошлой серии, ребят. Кто помнит, ставьте лайк. Это было довольно забавно. Так, я еду вот здесь. Надеюсь, это не будет моей ошибкой. Так, вот там уже танк, но он у нас даже не попадет. В любом случае, а вот тот может попасть. Нет, тоже не попадет. Так, тут у нас небольшие преграды. Вот тут, кстати, может быть опасно. Скорее всего, тут уже враги, да? Сразу. Блять, нет, здесь сюда лучше не суваться. Так, давайте искать другие пути. Так, разгон берем, наверное. И херачим сейчас. Так, тихо, не умещаюсь, бедный столб. Сейчас мы вон туда вон попрем. За тот дом. Попутно можно... Так, подождите. Да, в принципе, его без... Лучше нет смысла даже фигарить. Так, как нам здесь... Вот тут вот есть щелочка для нас. Отлично. Прям почти уместился, почти даже не поцарапал, ничего не притер. Так, вот нам надо сюда. Да давайте, прям в атаку, хрен ли. Вот там, смотрите, танк чей-то. Все, кажется, я знаю себе сейчас точку. Главное, чтобы нас с другой стороны никто не подбил. Итак, приветик. Давайте его херачить. Есть, мне нравится, сразу все. Так, попадание у нас есть, но оно херовое, поэтому, друзья, начинаем. Начинаем. Оу, майн гад. Добрый день. Блять, он успевает разворачиваться за мной. Что за хуйня? Помощь в уничтожении противника? А, со всех сторон, ребят, все, пизда. Но у меня помощь в уничтожении противника. Так что неплохо. Если там не было еще по 5 танков вокруг. Видите, он попал мне все-таки. Он все-таки меня попал. Если бы не было по 5 танков вокруг него. Видите, сколько там их вообще? То было бы все прекрасно, и мы бы спокойно сейчас с вами его бы вынесли и дальше поехали. Просто очень сложно найти именно такой вот момент... Что, я думал, я сразу горю. Я это немножко расстроил, но нет, это, оказывается, видимо, с прошлого, это, до моей смерти, то, что произошло. Поэтому это довольно сложно, да, вот так вот
найти одиночку, который где-то спрятался. Вот единственное, что я попробую сейчас, может быть, это разогнаться, ехать по краю... Нет, это тоже не вариант, друзья, нет. Там сейчас мне пизда будет, меня сейчас выловят оттуда. Вот если меня сейчас эти не попадут, мне уже повезет, потому что они, скорее всего, парни такие, готовые сразу дать пизды. Я лучше поеду где-нибудь в городишке, буду искать... Ой, блядь! Угу. Доброе утро, танкисты. Так, попадание есть, но... Друзья, что-то... Не, далековато до него. Ой, он на нас идет! Давай, 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 давай! Давай! Давай, 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 ты... Есть! А-а! Небольшой ремонт, но самолетик мы, друзья, сбили. Это меня радует, конечно же. Конечно же, это меня не может не радовать. Сейчас мы починимся и поедем дальше. Он просто упал. Он, оказывается, на нас-то и охотился. Но у нас уже, конечно, есть повреждения кое-какие, поэтому... Сейчас надо быть аккуратным. Какое, кстати, у меня место? Ну, нормально. Второе место по очкам. Учитывая, что я, в принципе, почти ни хера не сделал, это довольно-таки неплохо. Так, друзья, наши гоночки продолжаются. Наши гоночки продолжаются, и мы просто фигарим, наверное... Блин, ну здесь опасно. Здесь тоже... О! Блять, куда он полетел? Попадание. Блин, что я не... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну чуть-чуть-то дайте мне в него попасть-то, ёбаный врат. Он должен моим быть. Сейчас, друзья. Сейчас я пытаюсь его... Сейчас он... Блин, да что ж ты такой быстрый-то, а? Он ёбнулся. Самолет сбит. Чё, я его сбил, что ли? Да я же его не сбивал. Так. О, еще одна машинка со мной выехала кататься. Заебись. Сейчас вместе будем ебошить. Он упал? Он упал. Понятно. Не удалось мне его заебошить. Да, самолеты сбивать с этой, конечно, штуки один кайф. Но единственное, что их не так много. И да, у него точно такая же машинка. Здорово, братишка. И мы сейчас с тобой... Он не поедет в атаку? Че, еще один самолет нашел? Тоже до него не дострельнет. Ну-ка, давайте попробуем выловить, конечно. Да нет, хрень отсюда стрелять в него. Это даже пока еще точка упреждения не появилась. А вот сейчас, возможно, уже попадание... Он ёбнется сейчас. Нет, он не ёбнется, черт! Блин, не попал. Ну, конечно, вблизи... вот сейчас надо в него попадать по-любому. Попадание. Ну, я... Помощь в уничтожении мне не дали, хотя он, по-моему, ёбнулся, так скажем. Кстати, у меня осталось в обойме 50 патронов. Надо их, наверное, потратить лучше, чтобы перезарядиться. Иначе сейчас будет не очень хорошо. Да, вот пускай сейчас перезаряется. Кстати, мы доминируем над врагами, это хорошо. Давайте едем, короче, на пролом. Искать приключения. Кто? Кто-то сейчас, по-моему, с воздуха нас палил, но я что-то не увидел, если честно. Вроде наши... А, вот тот, что ли? Бостон. Слушайте, надо реально попробовать самолеты позбивать. Ну-ка. Ну давай, иди сюда, малыш. Иди сюда. Блять! Так и думал, что я сейчас здесь достаю, ребят. Сейчас я здесь так постою замечательно, что мне... А, здорово. Спасибо большое. Это было реально подстава. Спасибо, спасибо. Замечательно. Меня еще и самолет, да, по-моему, подбил. Ну ладно, на машинке покатались, теперь надо выехать на танки уже. Я даже его не посмотрел, не увидел, не думал, что он здесь будет. Они, оказывается, вон уже подкрались. Обидно, кстати, мы его могли спокойно вынести, потому что он был, скорее всего, один здесь. Так, а, ну все, да. Давайте теперь на танки выйдем, друзья. Для нас этот бой закончен. Ну что, друзья, теперь мы на американцах выкатываем в Берлин. Я думаю, что сейчас будет четко все, потому что у нас все-таки теперь, так скажем, танк, а не машинка какая-то, понимаешь ли. И хоть он, конечно, да не, нормальные танчищи такие, которые валят. Давайте на Т-92 выйдем сначала, я думаю, в бой. Да, нормально все у меня, все по теме, все окей. Итак, друзья, Берлинчик и американские танки. Ну, нормальная тема. А, что-то тут уже все разъебано как-то. Кстати, я в Берлине, по-моему, не катался ни разу. Вот в чем прикол. Вот смотрите, как валит, а? Вот такой вот, похожий на черепашку танчик, который нормально так подваливает, я считаю. Итак, мы фигарим. Фигарим, наверное, сначала на точку. На точку С, кстати говоря. Мы поедем. И это, наверное, уже сюда нам, да. Ебать, он дрифтит, а? Ебать, гоночки какие, а? Какие гоночки? Ночные гоночки. Ночные гоночки. Так, ладно,
Ладно, ладно. Я надеюсь, на точке С никого не будет. Сейчас мне сразу пиздятина такая какая-нибудь. Кстати, мы самый первый, что ли? Фига я быстрый такой, да? Блять! Так. Добрый день, конечно, но вы давайте не будете трогать мою точку, потому что я ее хочу захватить. Где она? Где она? Где? Подождите, мне показалось, тут слева кто-то был. Мы до точки, оказывается, еще не доехали. Я гениальный человек. Так. А вот теперь, друзья, мне нужно быть крайне аккуратным, потому что, скорее всего, со всех сторон. Я, мне страшно, блядь. Они на точку Б уже захватили. По-моему, ребят, мне пиздец сейчас будет. Такой, знаете, маленький. Ну как маленький, такой. Такой пиздец, я бы даже сказал. Я уверен, что сейчас, пока я захватываю эту точку, здесь уже кто-то мне... Ага, зона захвачена. Это, конечно, хорошо, но только единственная проблема, что здесь меня... Где он? Сейчас, пока на меня смотрю, меня с другой стороны уже кто-то атакует. Блять, он спрятался. Ребят, я не знаю, что делать. Поехали к нему. Ох, рискуем, так рискуем. Ох, блять. Здорово. Попадание. Ай, блять! Меня тоже попали. Никуда не спрячешься, чувак. Уже никуда не спрячешься. Здоровки. Плохо дело. Хуёвая тактика. Очень хуёвая. Доброе утро. Здравствуйте. Бусье, пожалуйста. Нет. Все. Помощь уж. До свидания. Ебать, он крепкий-то, а. Я после всего этого выжил. Это, конечно, жестко. Меня прикроют там мои пацаны, просто мне 10 секунд надо, чтобы как бы починиться. Там просто справа, я так понимаю, наши, даже сзади меня. Я вот самый такой, знаете, четкий пош... О! Так, друзья, ну что? Я готов дальше раздавать! Стоит ли сюда лезть вообще? Ага, он отъехал. Чувак понял, что здесь мы тоже не одни. Тут где... О, чуваки, да вы вовремя меня прикрыли. Спасибо, братки. Спасибо. Так. Здравствуйте. Это кто там у нас стоит такой интересный? Где он, блядь? Я нихуя не вижу. Туманище ебаное. Вообще жесть какой-то. Так. Тайгер. Да его не видно. Так, ладно. Меня сейчас могут прострелить, кстати, запросто. Ох, выезжаем. Видим цель. И даем пиздюлей. Спасибо, что меня выцелил заранее, чувак. Их там было слишком много, и на меня сразу поглядывал один единственный. Нихуя себе, меня пробил откуда. Жесткий пацан, сказать нечего. Так, ладно, выезжаем на М4-1А1. Во, правильно все. Поехали, погнали, попробуем на этом малыше теперь. Надо все-таки что-то сделать. Точку С, кстати, я единственный точку С захватил, и все. Что-то на остальных мы просираем вообще жестко. Вот, этот танк тоже ебош неплохо. Поэтому на самом деле сейчас можно повеселиться будет. Так, точка Б тоже не наша. Я даже не знаю, что-то мы тут осели вообще. Жестко. Никого нет поблизости. Свои только тут стоят. Блин, даже не попасть никого. Нет, можно попасть. Нет, уже нельзя. Еду на пролом. Артиллерийский удар, ага. Сейчас мне пизды сдадут, я знаю, артиллерийский удар. Ебать, танк вниз куда-то ушел, а я, друзья, фигарю через поля. О, господи, что я сейчас делаю? Я не знаю. Зачем я это делаю? Тоже не знаю. Но моя задача попробовать. Главное, чтобы я сейчас в лицо кому-нибудь из врагов не приехал, потому что я знаю, что, скорее всего, они тут тоже... Блядь. Мы вроде как объезжаем, но с другой стороны, мне, по-моему, пизда сейчас будет, друзья. Мне сейчас будет очень... Спасибо. Да как он так сразу-то, а? Как ты так сразу? Отстань от меня. Блять, ну что ж мне постоянно дуло-то хуярят, а? Ну что такое? Да нет, они сразу знают, откуда, с какой стороны я поеду. Так нечестно. Не так нечестно, я хочу как-то... Где? Так, давайте, знаете, что сделаем? Нет, не в ту сторону. Давайте мы в ту сторону. Ох, за этой штукой хотя бы чуть-чуть спрятаться. Хотя бы... Тот танк я не дострелю. Скорее всего, да? Хотя нет, дострелю, возможно. Нет, он уже съебался. О, это кто у нас тут такой? Кто такой красивый едет у нас? А тут? Ну, кто-нибудь покажитесь. Я хочу дальний удар попробовать.
Слева никто не едет. А то сейчас я знаю, мне пизды сразу дадут. Так, друзья, подкрадемся поближе. Тут вообще вот буквально сразу от нас стоит танк, который меня, кстати, атаковал тогда, да? И он мне может сейчас прикольно так сразу дать люлей. Так, тот танк не видно. Как на него выехать-то, а? Я даже не знаю, выезжать на него или нет. Он же готов мне дать. Сразу. Так, ну давайте рискнем, ладно. О, господи. Что я делаю? Что я делаю, друзья? Мы едем на пролом. Добрый день. Да как ты так знал-то, а, чувак? Ну почему ты сразу был готов? Почему ты меня выцеливал? Ну так нечестно, серьезно. Ох, друзья. Ладно, спасибо всем за просмотр. В общем-то, такая серия получилась. В следующий раз погоняем более грамотно, по-любому. И было все... Ой, фу, было. Будет все круто. Ребят, не забывайте, что если вы хотите начать играть, есть ссылочка в описании, которая поможет вам при регистрации получить бонусы, в общем-то, чтобы сразу начать круто играть. Все, друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал. С вами был Булкин. До новых встреч. Всем удачи и всем пока.